Давайте просто тихо и спокойно смиримся с тем, что обратно, как бы я этого не желал, в бункер нам не попасть, даже зная тут самую пароль. Но все из-за моей глупости, ведь я не знал, что если мы сделаем то, что сделаем, то мы окажемся здесь. Кто ж знал, кто ж знал. Лукас. Да, вот такое вот западло. Теперь называется «Живи с этим». А хочешь узнать, что же за той дверью? Начни все по новой. Но нет, уже как пройдем, так пройдем. Начинать по новой — это уже... Нет, не по нашей теме. Стак! Давай, вырывайся! Давай, бро, ну же! Толстозадая ты... Ну! Что там у нас? Давай, отлично. Тихо. Bullet, where are you? Как ты мог нас так оставить, дружище? Или же ты, возможно, все время рядом? Но из-за наших галюнов мы тебя не можем увидеть. What? У вас одно голосовое сообщение. Информативно, полезно. Юрик. За что вы так с ним? Да пошла ты нахрен. Давай, бро. Хватит паниковать. Вперед и только вперед. Off the record, Ellis. What the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. You took out your gun. You told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what? Well, you know what happened. This is on me. Adam Shannon, Peter's brother. I don't know what I was thinking. I was the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. And yet... I felt it was something I had to do. Had to. I couldn't.
Это же как надо двинуться крышей, чтобы такое вот лицезреть. Yeah, how did we end up back here? Так, и мы опять в очередном жестком неизвестном месте. Так, вперед пойти мы всегда успеем. А я всегда люблю пойти назад. Потому что всегда бывает, что сзади нам оставляют кучу всего интересного и неизведанного. И поскольку сейчас уже довольно-таки темненько стало, видимо, очередная ночь близится. Хотя... А, это мы так... Понятно. Так, мы тут ходили. Да-да, я... Careful, boy. You don't want to step in one of those. Но зная себя, мы явно это сделаем. Либо случайно, либо нарочно, либо нас туда вгонят. Так, но мы тут уже пробегали. И нам, получается, тут-то, по сути, делать нечего. Пока нас капитально крыло. Так. И вновь здравствуйте. What's going on, boy? Стоп, погоди. Мы вновь в том самом месте, где... Да вы гоните. Кассета. Зло должно быть уничтожено. Кто это у нас? Мариус какой-то. Looks the same, but older. A lot older. Oh, this doesn't make any sense. Так, то самое место, где мы нашли камеру. Each one is more twisted than the last. Опа. Страх забытых чудовищ. Тодд Маккиннон. Теодор Маккиннон, мой отец, был лесорубом. В детстве он часто брал меня на лесопилку и рассказывал сказки о живших там чудовищах и ведьмах. Я вернулся туда 40 лет спустя. Все осталось так, как в моих воспоминаниях. Кроме, разве что, гнетущей пустоты. Больше некому было рассказывать сказки о страшных чудищах. Не осталось ни одной живой души, что могла бы передать легенды дальше. Деревообрабатывающая компания закрылась, а старую лесопилку бросили гнить. Но я не мог допустить, чтобы ее вот так забыли. Сначала я хочу, чтобы она открыла мне свои секреты. Я хочу узнать, что заставило отца покончить с жизнью. Так, все довольно жестко у нас идет. Жестко и любопытно. Кассету то мы обязательно глянем. Тихо, мальчик мой, потерпи до следующего рассвета, я тебя потом покормлю. Так, еще раз все обежим, хотя я знаю, что это зря. Так, ну мы вышли
там, где мы вышли. Зачем я бегу обратно сюда, и сам не знаю. Но, а вдруг мы что-то упустили? Dog tag? Where did... No, no, that's impossible. Yeah, yeah. Let's move on. Palmer Allen D. Вот видите, я же говорил, что что-то-то по-любому мы пропустили. Какую-то мелочь. Казалось бы, мелочь. Но все же... Ну, теперь, если нам еще дадут дойти до того самого бункера, то могу сказать одно, что это будет просто эпично. Вот, серьезно, это будет просто эпично. Насколько же жуткий и загадочный этот лес. Особенно то, что ты находишься в нем первый раз, не знаешь, куда идти. И запутаться в нем это проще простого. Хотя, в принципе, я уже в нем запутался. А хотя нет. Вот тот самый капкан. И вон та самая палатка. Вау. Казалось бы, что тут такого? Но все же. Ну, как говорится, любопытные варвары поотрывают все, что можно. И в моем случае так оно и есть. Хорошо, давайте еще. Ясно. И вновь мы бегаем по кругу. Ну, допустим. Я так и думал, что если подняться наверх, что-то это мы найдем. What's this? Looks ancient. Come on, boy. Let's leave it alone. Так, и вновь мы вышли куда-то. Ладно, как бы то ни было, давайте же посмотрим, что там было у нас на пленке. Так. Убийство друга. Погребение. Улика, погребение, убийство друга, опасность. Поехали. It's him. Buried something nearby. Let's find it, buddy. Uh-huh. Так, ну мы ж там недавно только что наверху были. Давай посмотрим, что же он там закопал. Так. Так, для начала нам нужна лопата.
для того, чтобы получить лопату. Come on, let me pop, buddy. А, в принципе, зачем лопата, если есть пес? The Tappy East Creek Timber Company. Wait, I've seen this logo before. That's where Landing was going. That's worth a shot. Maybe we'll finally get some answers. Heal! Take a good long whiff, Bullet. It's important. Attaboy. Come here, boy. О, нет, ты бежишь совсем не туда, куда я хотел бы. Я хочу все-таки найти тот бункер. Поэтому давай ко мне. Потом побежим туда. Фонарик. Не забываем про фонарик. В лесопилку мы еще сбегаем. Наверное. Коль нам дадут это выполнить. Так, только бы еще знать, куда правильно надо нам бежать. Для того, чтобы добраться туда, куда надо. Ну, кто бы сомневался. Я понял. Тонкий намек. Хорошо, попытаемся еще раз. Блять! Я понимаю, что это все бесполезно. От слова абсолютно. Хочу, чтобы меня покидала последняя надежда. Хотя... О чем я говорю? Я же с самого начала предупреждал, что оставь надежду всяк сюда входящий. Так что... А сейчас сам же про эту надежду вспомнил. Ай-яй-яй, не порядок. Порицаем меня, порицаем. Ничего не поделаешь, побежали. Нас все равно будут водить кругами и не дадут добраться туда, куда хотим. Ну? Куда дальше, друг? Здесь я уже был. Идем дальше. Что такое? What you got there, Bullet? Another one? Elwood Ashley M.
что дальше, друг мой? Elijah 5, this is Monarch. Do you copy? Heal! Elijah 5, come in! Elijah 5, this is Monarch. This is... No, you're not real. Все, может быть. Может настоящее, может нет. Жалко, что наш пес не может нам это точно сказать. У нас глюки или у нас не глюки. Может, мы сейчас стоим, сами с собой разговариваем, а нашему псу-то, в принципе... What is it, boy? Something wrong? Все равно. Наверное. А, снова этот... Давай. Ох, как же далеко бежать, как же далеко бежать. Ага. Спасибо. Вот это меня кроет. Thank you.
You're not... No! Things would have been different if you... All this would never... I would never... Okay. I'm okay. Yeah. I'm okay. Good boy. Good boy. Да, ребята. You a handsome boy? Вот это нас кроет. Видно, в свое время наш герой пережил много чего. Довольно жесткого и отвратительного. Все тихо, мой друг, тихо. Спасибо за автосохранение. Прямо от души.